Госпредприятие «Железная дорога Молдовы» повторно выставило на аукцион с молотка на понижение неиспользуемые активы, сообщает «Инфотак». В списке 31 вагон производства с 70-80-х годов со станции Унгены. Начальная цена от 71 тысячи до 85 тысяч леев. Судя по тому, что указан вес вагонов, они продаются практически по цене металлолома. Так, вагон массой 20,5 тонны предлагается за 76 880 леев без НДС. То есть меньше, чем по 4 лея за килограмм при цене металлолома от 2 леев. Торги состоятся 19 сентября.